Всероссийский экологический диктант проходит уже второй год подряд. Проект направлен на формирование экологической культуры, знаний и грамотности, что приводит к бережному отношению человека к природе. Экодиктант проходит как в онлайн-формате, так и на офлайн-площадках. В этом году ему уделено два дня – 15 и 16 ноября. А местом проведения мероприятия в Десногорске стал Дом детского творчества. Посвящается экологический диктант Всемирному дню вторичной переработки отходов. По-другому это называется рециклинг. Это все относится к экологии. Свои знания проверили 25 детей от 12 до 18 лет и 5 преподавателей. Вопросы касались как глобальных природных процессов, так и тонкостей экологической культуры и взаимодействия с природой. За участие в экодиктанте 2020 года все участники получат сертификаты, а победители – почетные грамоты и призы. Итоги мероприятия в Десногорске будут известны после 23 ноября. Всего же в России за два дня в экодиктанте приняли участие 4 миллиона человек.